Меня только что тигр за лицо. Цапнул? Ну, не цапнул, махнул. Лапой? Да, лапой. Но не специально, случайно. Понятно. Так получилось. А зубами? Да. Прикусили язык? Нет, зубы нормально. Прикусили, да? Такое вот досадное происшествие случилось со знаменитым дрессировщиком. Кстати, я вспомнил, что 10 лет назад, в ноябре 2012 года, Запашный говорил мне, что он, ну, типа, мечтает, чтобы его порвали тигры. Я, кстати, насчет травматичности хочу спросить. Да. Пару лет назад была информация, что вы там об раковину там, да. Обрезались, да. И все говорили, на самом деле это тигры задрали, разодрали руки, а там вот просто человек не хочет признаваться, говорит, что порезался о сантехнику. Это хорошая версия. Версия, которую я читал, что мы с братом по пьяни кинулись друг на друга с мечами, потому что дома у нас много холодного оружия, значит, и он меня искромсал. Одна версия была, что я наркоман, что мой сосед по дому, хотя у меня нету соседа, у меня так дом построен, что нету соседа, значит, видит через день, как я шприцы выкидываю через забор, и вообще Максим Юрьевич Никулин частый гость нашего и дома, и мы там зажигаем все по полной программе, то есть все цирковые нечистые на руку. А хотя Максим Юрьевич никогда у нас с братом дома не был и даже, наверное, не знает, где мы живем. Ну, то есть такое вранье. Что касается вашей версии, то я бы даже хотел бы, наверное, вот в глубине души, чтобы меня вот так порвали тигры. То есть вот те шрамы, которые у меня есть сейчас на руках, 65 швов мне наложили. Значит, было бы гораздо круче, если бы мне все это досталось от тигров, и я герой в склифе лежу, и врачи борются за мои сухожилия, пальцы. Но это не так. Ну, помимо склифа, вы же в Германии, по-моему, да, вас доводили? Ну, после склифа. Не имею положительного почему-то опыта общения с русскими врачами. Вот, да простите меня. Ну, вы не одиноки здесь. Вы простите меня, но к русским врачам у меня очень много вопросов. Вот, ну, вот буквально. Именно к травматологам или вообще? Вообще. То ли я такой невезучий, то ли я все эти истории в себе могу копить. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».